Всем привет-привет, с вами Еленка Бойко. Сегодня разберем о том, как же сделать так, чтобы видео было того формата для Instagram. То есть для Instagram для Stories, для Instagram для постинга в ленту. В общем, самое удобное и такое надежное приложение, которым я давно пользуюсь, это приложение InShot. Заходим в приложение InShot, выбираем, то есть мы будем работать с вами с видео, выбираем видео, создать новый, выбираем то видео, которое нам нужно подогнать под размер. Вот у нас отображается видео. В самом левом, да, то есть к краю, то есть есть такая кнопочка «Размер». На нее нажимаем, и здесь мы уже выбираем, под какой формат нам нужно подогнать. То есть, если это формат поста, то, пожалуйста, мы делаем это в формате поста. Если нам нужно сторис, мы делаем в формате сторис. Ну вот, нам сейчас нужно сделать для поста. И смотрите, то есть пропорция, он сделал это в виде квадрата. И дальше, то есть можно немножко приблизить саму картинку, да, то есть вот таким образом. Немножко мы вот так сдвигаем, чтобы меньше было заднего плана. Задний план также можно откорректировать. Вот нажимаем, когда на задний план, мы можем, оно показывает, какой сейчас. Можем так сделать, можем еще поразмыть и сделать, можем почетче сделать. Ну, думаю, оставим предложенный вариант. Либо же это вообще может быть цвет. То есть любой цвет, который там на ваше усмотрение вам нравится. Вот, в принципе, все. Видео готово для публикации в ленту в Instagram. Здесь можно на видео добавить музыку. Можно какие-то стикеры применить. Можно текст на видео наложить. Если вы наступите прямо на само видео, то появляются дополнительные, да, обрезка, скорость увеличить, заморозить, то есть, ну, вот эти функции уже можно поиграться, они очень простые. И вот если мы сейчас посмотрим на саму картинку, да, то есть видео, в правом нижнем углу мы видим значок InShot. Ну, кто-то к этому нормально относится, но я не люблю, когда на моих видео стоят там логотипы приложения, которым я пользуюсь. Ну, есть такой лайфхак, мы нажимаем на крестик, удалить на этот раз, и все, и наше видео уже без логотипа. Дальше мы просто сохраняем, и все, и выставляем в Instagram. Все, всем удачи, надеюсь, это видео было для вас полезным.